Мурка буквально с пятницы, но уже чувствует себя как дома. Сначала Шпигель на нее шипел, но она что-то его не сильно похожа. Сначала пряталась сутки, я не мог найти, где она. Потом дал ей еды, попить, песочек. Она вышла, потихонечку акклиматизировалась. И сегодня она чувствует себя уже чуть ли не хозяйкой. Он, правда, за ней бегает и что-то там пытается сделать нехорошее, но у него не получается. Да, Шпигель? Я его пару раз облил водой, чтобы он сильно не расходился, мою девочку не обижал. Да? Да, Мурочка? Ой, ты моя хорошая. Алёся, моя девочка такая. Шпигель, он уже не сильно... Вот, о. Ну иди, поиграйся с Муркой. Поиграйся.